Всем привет, вы на канале ArmGamer, меня зовут Арман, и сегодня, ребята, мы будем смотреть повторы, как на меня напали. Да-да, ребят, я хочу поделиться этими повторами. Почему? Потому что тут что-то странное творится, я вот пытаюсь спускаться по кубкам, а вот мне не позволяют. Вот смотрите, как на меня нападают. Нападают 27%, 0%, 0%, явно все тут хотят спускаться, как и я, и при этом у меня нифига не получается делать. Я вот, когда это было, так, вот, спустился, потом перестал играть, и вуаля, смотрите, что происходит, просто все хотят спускаться, или все нападают кривовато, не знаю, по-моему, все все-таки хотят спускаться, потому что тут много атак, где только вот опускает королеву, и все, заканчивают бой. Даже вот такой вот смешной повторчик был. Чувак вместо того, чтобы кинуть лучницу, кидает джамп. Да почему джамп именно-то, а? Хотя после этого надо было нападать. Чувака явно не жалко эликсира. И поэтому вот так он израсходывает свой эликсир. Ладно, давайте начнем с первого повтора. Там на меня напали варварами и лучницами 6-го левела. Кажется, нападал чувак, у которого ратуша 9 уровня. Ну и сейчас давайте ускоренно будем смотреть на все это дело. У него был еще клан кастл, какашечки всякие. В общем, сейчас посмотрим, что было. Ну, в общем-то, смотрите, ребята, у меня все ресурсы, точнее, вот большую часть ресурсов находится в шахтах и сборщиках. Почему? Потому что вот я в последнее время практически вообще не играю в Clash of Clans. Почему? Потому что времени нет, мы тут делаем ремонтики, я везде практически занят. Вот и не получается всегда быть онлайн и фармить нормальненько, и я становлюсь как бы заброшенкой. Вот, и при этом на меня нападают вот такие вот люди, которые, к счастью или, может быть, к сожалению, дают мне кубки, которые мне вообще не нужны. Но при этом у меня выполняется ачивка там держать оборону не знаю сколько раз. Так. Держать оборону против 5000 атак. 5000 атак, ребят, я не знаю, вот только выдержу или не выдержу. Вот сколько атак уже было на мою базу, и всего лишь 474 из них были победоносными, ну, в общем, там я не проиграл. И при этом, если я буду держать, точнее, моя база будет держать оборону против 5000, а так я получу всего лишь 100 гемов, ребят, это офигеть, как мало 100 гемов. Могли бы побольше там дать, не знаю, там, 1000, 2, 3, по-моему, это было вполне логично. 5000 атак, это не хухры-мухры, это реально довольно-таки большое число. 5000, офигеть просто. И уже я там сколько, 2 года играю, и всего лишь 500 атак даже нет. Ой, не знаю, ребят, можно, конечно же, спуститься по лиге и сливать просто, точнее, да, сливать кубки до самого низа, там явно все будут, опять же, сливать, и вы получите возможность быстренько выполнять эту ачивку, но не так уж быстро, чтобы смотреть, зажать оборону 5000 раз. Так, тут уже атака топовыми юнитами, но, опять же, гигантами, и, опять же, у чувака не получается забрать звездочку. Вот, он, опять же, делает все так же, как прошлый товарищ у нас, забирает все ресурсы. Ну, не все, конечно же, но ресурсы забирают только из сборщиков и из шахт. Ну, в принципе, это логично. Так, следующая атака — варвары и лучницы. Только варвары и лучницы. Не знал, что кто-то на 10 или на 11 ТХ фармит только варварами и лучницами. Подпишите, ребят, прямо сейчас, чем вы фармите. Мне вот очень-очень интересно, чем фармят мои подписчики. Возможно, кто-то из них фармит варварами, возможно, кто-то луками, возможно, кто-то топ-миксом, но не знаю, ребят, пишите, чем вы фармите и довольны ли вы своим фармом или нет. Ну, а я вам скажу, что я фармлю топ-миксом. Топ-микс, конечно же, стоит немножечко дороговато, но если считать то, что я бываю в сети не очень-то часто, это вполне нормально, мне, в принципе, ресурсов не очень-то жалко. Тут чувак решил уничтожать моего голема. Почему? Потому что чувак жадный, фу, голем сдохнет. Голем, сдохни!
Мне жалко, конечно же, моего голема, мог бы так не поступить. Все-таки голем не так уж много хлопот принес бы вражеским варварам и лучницам, но решил чувак уничтожать. Ну ладно, решил так, решил. Ой, ну а дальше все идет по стандарту, все юниты направляются к сборщикам и к шахтам, и бьется довольно-таки немало ресурсов. Королевка, конечно, не успевает добивать хранилище эликсира, ну и это хорошо. Черный, конечно, тоже я неплохо так профукал. Так, следующая атака, это посмотрели, так, вот она, атака на 43%, и тут уже минус одна звезда, тут товарищ уже успел дойти до моей ратуши. Вот, бам-парабам-пам, гиганты, можно фармить, в принципе, гигантами, но, ребят, гиганты не такие уж крутые, раньше гигантами можно было там все ломать, но сейчас как-то что-то у меня нифига не получается. Возможно, это у меня руки кривые, возможно, гиганты стали очень слабыми. Вот против 10-го ТХ гиганты уже не катят, а тем более против 11-го ТХ это вообще будет, не знаю, что, просто будем профукать попусту эликсир. Так, следующая атака, целых 24 гиганта, вот как вы замечаете, все нападают практически гигантами. Ну, у них нифига не получается. Фармят, конечно же, неплохо, но звезды набрать это вообще не получается. Ну, в принципе, можно было все это дело фармить даже без гигантов. Вот там чувак, который взял только варварами и лучницами. В принципе, гиганты не то, что тут очень важны. Даже черный не смог взять тут. Ну, в принципе, как-то так. Следующая атака у нас... Неужели опять гигантами? Да, опять же гигантами. Так, тут не очень-то интересные атаки дальше идут. Ладно, давайте вот этот повторчик мы посмотрим. И на этом уже закончим. Королева 13-го левела, гиганты 6-го левела, лучницы 6-го левела и хилочки. Гиганты с хилгами? Неужели эта тактика до сих пор еще работает? Этой тактикой, ребят, я нападал где-то на 8-м ТХ. Далекие, вот старые времена, когда я вот фармил гигантами, просил отца клановцев, хилок, пожалуйста, дайте мне хилки, 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 хилки. Мне давали хилки, и я вот гигантами пытался там что-нибудь сделать и потренировать свой скилл гигантов. Вот тут чувак решил кинуть инферно, почему... Фу, блин, инферно. Хил почему-то на гигантов, конечно, хил против... Инферно не очень-то круто, при том, что урон просто очень сильно идет, и гигантов лечить просто было невозможно. В принципе, тут все дело остальное должно творить королевка, и забирает она всего лишь одно хранилище, и все. Так, клан кастл, точнее, уничтожать клан кастл у нее не получается, к счастью. Вот, в принципе, как-то так. И последняя лучница вот начинает долбить шахту, тут там ресурсов практически нет, так что можно было этого и не сделать. В принципе, как-то так. Ну ладно, ребят, на этом давайте уже закончим. Надеюсь, вам ролик понравился и вы уже поставили свой большой жирный пальчик вверх и написали свой крутой коммент, потому что вот в конце каждого видео вы можете увидеть самые крутые комментарии прошлого ролика. Так что пишите, чтобы в следующий раз оказаться, точнее попасть в ролик. Жду ваших комментов, ребят, и лайков. Ну а с вами был, как всегда, я, Арман. Всем удачи, всем пока. Пока-пока.